Всем мертвым костным соболезную, с вами снова Magician God, и сегодня мы будем записывать сравнение свечей Gateron North Pole и Gateron Pro Silver на базе 7K68. Стоковый, соответственно, и модифицированный. Приятного просмотра! И выводы на сегодняшний момент. Gateron North Pole, давайте начнем с них, пожалуй, да. Звук Gateron North Pole. So fucking deep. Gateron North Pole в стоке имеет очень хорошую подгонку стема, но при этом топ и ботом хаузинг у него ходит ходуном. То есть без свич-филмов использовать эти свечи противопоказано. Далее, после того, как вы докупаете свич-филмы, пересмазываете, убираете демпфер с основания свеча и, ну, прокладываете, собственно, свич-филм, то свич становится тир-1 свечом, можно сказать, потому что он хорош в плавности, у него хорошая подгонка стема, хорошая подгонка ботом и топ-хаусинга. Свич-филмы составить, и, в принципе, на этом про Gateron North Pole можно закончить. Gateron Pro Silver. Хорошие свечи, легкие, даже в стоке, неплохо смазаны с завода. Минимальный люфт топ и ботом хаузинга, но со свич-филмами он еще лучше становится. И в стоке не идеальная подгонка стема, но со свич-филмами подгонка отличная, замечательная.
Единственная проблема этих свечей, что когда ты их ставишь на свечи на кнопки со стабилизаторами, бывает, что ну, стабы не работают хорошо, поэтому надо брать какой-нибудь другой свеч на стабилизатор желательно. И, в принципе, на этом все, да. По плавности они хороши, да.